Если ты смотришь это видео, значит ты ищешь, во-первых, срочные легкие деньги, во-вторых, дополнительный доход, многие другие факторы. Работа на дому, переезд, смена работы. Давай я расскажу тебе, что это не так уж и просто. Я расскажу тебе, кто на самом-то деле может работать удаленно, из любой точки страны, в котором ты проживаешь. Из любой точки мира. Вот так лучше. Давай я начну с того, что, возможно, тебе привлек какая-то реклама про удаленку. Типа, научись у нас, подавай заявку на обучение и работай на дому или хоть откуда, восполняй свои мечты, работай с нами, в нашей команде и так далее. И, скорее всего, ты уже начал смотреть вакансии про удаленную работу. И начал заметить, что не так уж и просто. У работодателя есть какие-то требования и условия. Ну так вот, не ведись на это. Работай там, где ты сейчас работаешь. Или ищи работу по своей профессии, которую ты сейчас работаешь. Конечно, ты не думал об этом еще тогда, когда учился в универе. Ну что сейчас поделать? Ты же отучился, получил диплом. Зря учился, что ли? Нет, не зря. Твой диплом дает тебе только шанс на исход событий в твоей жизни. Ну а теперь давай к делу. Ты не сможешь работать удаленно, если ты не учился на программиста. Если ты не выучил языки программирования. Такие как Delphi, Basic Pascal, Pascal, JavaScript, HTML и такие, и там и прочее. Но ты сможешь работать удаленно, если самостоятельно научишься таким программам, как, например, AutoCAD, Excel. Это минимум того, что ты должен знать. А чтобы стать востребованным удаленщиком, тебе надо знать вот эти все языки программирования, которые вот сейчас я сказал, Delphi, Pascal. Самый востребованный это Delphi. Вот. Конечно, ты можешь самостоятельно научиться. Но каждому работодателю нужен диплом либо сертификат. А еще можно научиться 1С бухгалтерии, 1С предприятия и работать просто удаленно консультантом. На самом деле работать удаленно это не так уж и просто. Это, например, сидеть дома, а дома каждый день сурка, на улице не выйти, просто работаешь дома, целый день дома, на работе дома, после работы дома, вот так вот. В общем, сами решайте, как вам работать.